Всем привет! Вы на канале Котячкаста. И сегодня мы проходим задание челлендж. Вот в этой шкатулке будут находиться задания, завернутые. Мы должны будем достать наугад задание. И какое оно нам попадет, то мы и должны выполнить. Скинуться на Цуефа, кто будет первым стянуть. Я первая. И я тяну и выбираю вот этот. Шкатулка. И это задание. Подушка. Три раза. Получу подушку три раза. Тянет Вова. Это задание можно выбросить. Его выполнила Катя. А теперь... Тянет Вова. Я выбираю вот это задание. И это. Закрытые глаза от дома до бани. Давайте пойдем. Куда буду направлять Вова закрытыми глазами, не трогая его? Он, вот чтобы удостоверились, шапка на лице. Ничего не видно. Так, иди вперед. Нет, Катя. Я выбираю. Вот это да. И что же там? Это? И это книга 5 секунд. Надо продержать книгу на голове 5 секунд. Эту книгу я буду держать на голове 5 секунд. И раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Катя может выполнить это задание. Ура! Тянет Вова. Тут осталось всего три. Я хочу выбрать именно вот это задание. И что же это? Это карусель 10 раз. Меня будут крутить на стуле 10 раз. Ну, пошли к стулу. Ну вот, сейчас Катя меня будет крутить 10 раз. И поехали. Десять. Сейчас у нас предпоследний раунд. Тянет Катя, там осталось всего два задания. Она открывает заветную шкатулку. Что же она выбирает? И это? Это мешок 10 раз, 10 прыжков. Я должна сделать 10 прыжков в мешке. Теперь я прыгаю, начинаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. У-ху! Задание для Вовы. Прокатиться по траве 5 переворотов. В общем, я сейчас должен сделать 5 переворотов. Я буду считать. 1, 2. Сегодня не везет. 3, 4. Последний. 5. Все. Этот видеоролик подошел к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!